буду плакать, святые иконы, драконы Америки, Европы драконы. В Сербии, в Сирии плачут иконы, и на Донбассе слезы и стоны. Раз вы присели, не учатся в школе, нет вам победы на русском поле. И крестоносцы уйдут все под лед, как вам не жалко свой же народ. Мама! Только себе навредить. Внешнее вмешательство привело к тому, что вместо реформ государственные институты были просто бесцеремонно разрушены, а права человека, включая и право на жизнь, ни во что не ставятся. Так и хочется спросить тех, кто создал такую ситуацию: вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?